Всем привет! В моем влоге я рассказываю о жизни в Болгарии, о том, как прекрасна эта страна. В моем влоге нет места агрессии и ненависти. И я считаю, выливать агрессию на невинных людей – это путь к еще большей вражде. А мы-то ведь с вами за мир. Так давайте поддержим друг друга, поддержим своих близких или просто того, кто находится сейчас рядом с нами. Сейчас всем страшно. И я такой же живой человек, мне тоже страшно. Но еще страшнее представить последствия, которые коснутся каждого из нас. Я буду транслировать мирную жизнь, которая стала особенно ценной сейчас. И я не буду касаться острых тем, потому что я несу ответственность за свои слова. И за всеми этими событиями на второй план отошли совершенно другие моменты в нашей жизни. Я забыла рассказать вам, что с 24 февраля в Болгарии начались послабления, и теперь при входе в магазины или в общественные места не нужно предъявлять зеленые сертификаты, не нужно делать экспресс-тест для того, чтобы зайти в магазин. И еще раз скажу вам, что от нас с вами требуется сейчас не так много. Просто помочь тем, кто в этом сейчас нуждается, кто лишился крова над головой. Приютите на ночь кого-то, может быть, помогите немножко деньгами или просто накормите кого-то. Того, кто сейчас в пути. Всех вас обнимаю. Желаю мирного неба над головой. Увидимся. Пока-пока.